столько же, там 15-20 я с Выхина ехала на Котельники. Ага. А вот, 800 рублей. Ну, это 3 или 4 станции метро всего. По одной или 2 даже. Ну, через, через Кузьминки. Да. Кузьминки, Волгоградский. И текстиля, да? Ну, да, Волгоградский. Ну, неважно, там ну, ехать, неважно, я же, да. Там, господи, 800 рублей. Примите заказ. Вот так вот. Да, подскочила очень Примите сильно. Заказ. Но там же и подорожало, и метро. Примите. Вы отказались от заказа. А то жаловались. Я когда работал зима 14-15, вот это нормально было, заработки у нас были. Нет, но они там хорошо. У нас тогда посадка была, вот я работал в комфорте, комфорт класса, на более-менее приличных машинах. Посадка 250 рублей, дальше 18 рублей минута, по счетчику. Там же не километры считают, а минуты. А потом рассказывает мне, дочь вот приезжает в Москве, живет, говорит. Я говорю, ну и что там, как там? Говорит, ну, Павел, говорит, представляешь, говорит, мне, говорит, вот я доезжаю до метро, тоже, по-моему, до Выхина. А, ну, в Люберцы, короче, она приезжает. И ей до дома там 4,5 километра. Вот угадай, сколько денег стоит. Я говорю, ну, даже вот если по нашим тарифам посчитать, 100 посадка там, ну, проехал, ну, говорю, ну, рублей 120-130, ну, на то время, нет, 300, как, когда мы считали. Слушайте. На то время, когда мы считали. Она мне говорит, 69 рублей. А-а-а. Я откуда, я говорю, 69 рублей? У нас в Луганске посадки даже нет такой, у нас сотка посадка. Как так? Вот это Uber, Яндекс, цены опустили сначала, чтобы прибить, прикормить. А, ну да, прикормить. По-любому же потом же опять подняли. Ситимобиль тоже так сделали. Там скидки, да, такие у них в начале были. Это просто. Ну, вот я же работал. Ситимобил, Едтакси и Яндекс. Вот это, под тремя агрегаторами. Там, короче, если я проехала на больше, чем на 500 рублей, да, с ним вот оплатила, мне приходит уведомление о том, что следующая поездка в течение месяца держится, там, минус процент, короче. А, ну, кэшбэк. Ну, да, я как раз пока домой съездила, назад возвращаюсь, еще все действующее. Села и поехала. А потом все, у них вот это отменилось и началось. Блин. Ой, да я вон, в этот раз ехала, я так с водителем ругалась, это пипец, блин. А, заказ.